Здорово, кексы, с вами Вовкин, и вы на канале Мультикекс. Ребятульки, продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды, и у нас, конечно же, да-да, составы от подписчиков. И первый состав, ребятки, будет от Нурхан Сабитов. Нурхан Сабитов, твой составчик. Так, идем в бой, ребятки. Так, никто не слышал обновление, когда будет? Если кто-то что-то знает, какие-то новости, напишите в комментариях. Буду весьма благодарен. Ну что же, ребятки, Нурхан Сабитов, пойдем, допустим, сюда, в нормальный эпизод, и, допустим, не знаю, на Макмена пошлите. Так, напишите в комментариях, кто ждал новую серию по черепашкам. Раф мультик нам нужен. Бибоп фильм, Кожеголовый и Хан. Бибоп фильм есть у нас уже? Так, вы Бибоп, остальные вылазьте. Так, Раф мультик, Бибоп фильм, Кожеголовый и Хан. Так, Хан у нас, вот он, кстати, здесь. Остался, ребятки, Раф мультик и Кожеголовый. Так, сейчас я их быстренько-быстренько найду. Вот, Кожеголов есть. И Раф мультик готов. Все, ребятки, погнали в бой. Кстати, ребятульки, в прошлом видосике был такой мини-конкурс насчет кодового слова. И я почитал ваши комментарии, что вы отвечаете, и хочу вам сказать, что некоторым из вас желательно пересмотреть видео по новой и еще раз пересчитать, потому что очень много пишут ошибочно. Так что, ребятки, лучше перепроверьтесь и пересчитайте, дабы был у вас шанс выиграть. Там нету ничего сложного, просто берешь, считаешь, сколько раз я произнес кодовое слово, вот, и все. И можешь выиграть 100 рублей. Так, ладно, ребятки, мы, в общем, тут подходим к третьей волне. У нас тут 4 медузы и Макмен. В общем, продолжаем их уничтожать. Самыми обычными, самыми простыми. Давайте загипнотизируем Макмена с грибочком. Нате, все, защиту сняли. И теперь огненный кулак от Рафа. И остался Макмен. Что ему сделать? Давайте пинка дадим. Вот так, с ноги Хан его вырубил. Отлично. Так, ребятки, я пока ищу следующий составчик. Фит Пип. Ой, вернее, нет. Фит Пип. Фит Пип, твой состав будет сыгран. Так, пожалуйста, сходи в 7-ю главу. Так, окей. Где у нас глава 7-я? Ага, вот сюда. Эпизод не написан. Ну ладно, в общем, 7-ю главу, ну где-то... Не знаю, пойду, наверное, давайте на бомжика, что ли, сходить. Пойдемте на него. И составчик от Фит Пип. Бибоп кролик, карай змея. Ага, понятно, в общем. Что там, Хана нету, Кожеголового нету. Так, Бибоп кролик есть, карай змея тоже где-то тут сейчас будет. Должна быть. Ребятки, кстати, пока не забыл. И вы не забудьте прямо сейчас поставить лайк под этим видосиком. Вот. Так, что у нас там дальше? Бибоп кролик, змея, карай змея, Лео фильм, Микки фильм. Так, Микки фильм есть. Лео фильм сейчас будет. Вот. И что там еще? Сплинтер. Сплинтер, где наш крыс, товарищ крысей? Вот он, готов. Поехали, драться надо. Это дождевая глава. Любой эпизод, тут, по-моему, дождина, да, ребятки? Ливень хлещет, как из ведра. Довольно-таки серьезные противники у нас тут, кстати. 67-й левел. Конечно, это мне ни по чем, но просто немножко дольше придется их убивать. Вот как-то так. Ух ты, смотрите, сплинтер, красавчик, красавчик. Так, начинается стрельба ихняя. А ну-ка, яда от карай, вот. Довольно-таки неплохо, да, почти все хпшки снял. Так, что, еще один остался, да? А ну-ка, Бибоп, нет, видите, Бибоп его не вырубил с первого раза. Так, вторая волна, так, что тут массовой нету ни у кого? Плохо. Давайте вот это используем. Может, вырубить с первого раза? Нет, не вырубил. Вот это, что у нас такое? Вот это же массовое. А, нет, это не массовое. Так, надо маусеров выносить, ребятки. Чуть не забыл я про них. А ну-ка, давай. Давай, майки, жги. Блин, не, вообще, пол хп только снял. Увидели, ребята?
Вот этого я и не хотел, кстати. Чтобы маусеры лечились, но они решили подлечиться. Так, базука. У нас есть базука на этот случай. Вот, отлично, отлично. Давайте массову от Лео. А ну-ка, как он пройдет? Ну, так, более-менее, в принципе. Добиваем теперь этого последнего пулеметчика. Так, все, карай, вынесла его и бежим дальше. Что у нас тут, ребятки? Третья волна. А, это ж бомжик сейчас будет. Давай, вылазей. Сифон с коробок своих, да? Так, что, начинаем? Блин, что же делать, а? Подлечиться? Да не буду лечиться. Мячиком. Огненный мячик. Фаербол. Так, и что он будет делать? Мимо? Ха-ха, промазал. Ну, в кого-то, конечно, попал, но и промазал. Так, чего? Давайте устроим стрельбу. С какого-то пестика. Убив его. Так, это усиление атаки, по-моему, да? Да. Это нам пригодится. Давай, крыс. Ух ты, нормально. Смотрите, ребятки, чуть-чуть осталось ему уже. Майк, я думаю, добьет. Да, ребятки, он справится. Ой, нет, это Лео. Перепутал немножко. А вроде Майки побежал. Что-то хоть перемотать надо, посмотреть будет. Не думаю, что залагало. В общем, ребятки, это победа. И я пока не смотрю следующий составчик. А следующий составчик у нас будет от Булат Ахмед Валиев. Булат Ахмед Валиев, твой составчик. А составчик, ребятки, простой. Донни черно-белый. Вот так вот. Один Донни, представляете? Так. Куда бы пойти? Одним Донни черно-белым. Давайте пойдем на Шредди. Я думаю, Донни справится со своим 80-м левелом, ребятки. Ему там будет все нипочем. Ну, в общем, сейчас все это вы сами увидите. Так, секундочку. Вот это, по-моему, Донни есть, кстати. Если я не ошибаюсь. По-моему, да, это он. Да, ребятки, это Донни. Вот он с дубинкой своей, с палочкой бежит. Ну что, начнем с тебя, наверное. Ты первый будешь попадать. Шмяк. Они, наверное, сейчас промазывать будут. Все-таки 13-й левел. Но чего делать, если боец всего лишь один? Не идти в какую-то сложноту, правильно? Одним можно и тут. Чисто пофаниться, скажем так. Фан-режим. Шмяк! Смотрите, минус 5-199. Вот это Донни именно реально красавчик. Молодец. Так. Шмяк на второго. Маусеры, чего вы не лечитесь, да? Гляньте, притихли. Потому что смысла нет лечиться. Донни вырубает всех с одного раза. Вот так вот. И Шредди сейчас попадет под замес. Давай, давай, подходи. Ха-ха. Сейчас, ребятки, навешаем ему люлей. Обычным ударом палкой. Шмяк, шмяк. И все, готово. Вот такой вот Шредди. Так, ребятки, ищу следующий составчик. Иван Галустян, твой состав будет следующий. Иван Галустян или Илья Откидач. В общем, кто-то из них, я не знаю, определите уже сами. Лео ролевой, Майки ролевой, Стиранко и Морозильная кошка. Ага, пойдет, пойдет такой составчик. Так, куда бы пойти? Пойдемте, наверное, на Грибка. Где он тут у нас? Или пойдемте вот сюда, да, на Тигриного Когтя. Так, кто нам там нужен еще раз? Лео ролевой, Майки ролевой. Так, ищем их, ребятки. Лео ролевой есть. Где Майки? Неужели его пропустил? Вроде бы нет. Пропустил, ребята, представляете? Точно, это ж тот Майки, который стрелами стреляет. Ёх-макарю, как я мог его пропустить-то? Где-то же здесь он, вот он. Так, Лео, Майки есть, Стиранка и Морозильная кошка. Вот теперь этих еще товарищей искать надо. Морозильная кошка есть. Вот товарищ Иван Стиранко. Товарищ офицер. Бегут, все, бегут, бегут, ребята, в бой.
Так, начнем с массовой отмайки, конечно же. Мешочки, мешочки, летите. И в цель попадите. Хорошо. Так, что у нас тут? Да давайте, не знаю, щитом запустим, что ли. Вот, на тебе. Нифига себе, рекорд какой-то. 6222 в минус. Вот, кошечка всех повеселила. И стиранку достает свой пулемет, ребятки. Та-та-та-та-та. Все, никого нету. Третья волна осталась. Че, давайте в Бакстера муху присоской огромной, как запульнем. Лови. А, это вообще массовая была. Я что-то и забыл, ребятки. Хм, ну тем даже лучше. Это даже радует. Так, ребятки, я пока не смотрю следующий состав. Саша Бойцов. Саша Бойцов, твой будет составчик. И у нас это раз видение. Кейси Джонс фильм и мультик. И гриб. Ха-ха, понятно. Так, давайте пойдем в другую главу. Ну, допустим... Ой, нет, тут мы уже были. Допустим, пойдем вот сюда, на Мондо Гекко. Почему бы и нет? Так, тут нам никто, ребята, не нужен. Раф видение, Кейси Джонс, Кейси мульт там. Кейси Джонс фильм и Кейси Джонс мульт. И Крип, кстати, тоже был. Кейси Джонс мульт. Кейси Джонс фильм. И что там остался? Раф видение, ребятки. Отличный боец. Так, ну где же только он? Вот он. Все, больше никого не пропустил. Вроде нет. Все, погнали. Погнали, ребятки. Ага. Вот где-то какая-то местность. Тут у нас, ребятки, синие макаки. Будем сейчас их метелить. Получаю. О, отлично, отлично. Все. Тоже все окей, ребятки. Видите, этот живучий что-то пытается отстреливаться. От кого ты отстреливаешься? Не на того ты напал. Все. Вторая волна у нас. Так, смотрите, красная горилла тут среди этих всех затесалась. Ее первой вырубим клюшкой. Я знаю, она может обзываться, кстати. Поэтому вырубим ее в первую очередь. Это будет даже самое лучшее решение. Ну и массовая масса. Кто-то опять живой остался. Рафчик добьет. А, это ж големы сейчас будут. Так, а какого левела они будут? Что-то я не посмотрел. 60-й, да, или какой-то там 63-й? Ребятуля, ну подскажите ко мне. Конечно, я вас не услышу. А, 54-й, да, фу, это в принципе... В принципе, ребятки, это чепуха. Можно даже закончить с тремя звездами. Вот, вы увидели, что происходит. А теперь массовая атрафа. Оп, все, минус один. Он сейчас будет там пытаться что-то пыжиться, но ничего у него не получится. Все, получил он шайбой прям в лобешню. Умер, и все. Ханаски, короче, ему. И я, ребятки, пока ищу следующий составчик. Так, мистер Мификс Бро. Мистер Мификс Бро, твой состав, все рафы. Все рафы, так все рафы, пойдемте на крысиного короля. Опа, а чё ж я, блин, рафа видения это высадил? Ё-моё. Ладно, сейчас опять его засунем на место. Так, раф, есть один. Ну, короче, все рафы, ё-моё. Все рафы, кроме черно-белого, да? Хотя давайте возьмем черно-белого. Черно-белого я давно не брал. А классического, допустим, оставим. Вот так вот сделаем. Так, видение и мультик. Я думаю, мистер Мификс Бро не расстроится, если я возьму вместо классического черно-белого. Раф? Раф. Правильно? Правильно, все правильно. Так, начнем с черепушек от ролевого рафчика. Хороший, хорошая атака. И что у нас тут, массовая будет какая-нибудь? Есть, конечно же, будет. Так, третья волна, ребятульки. Кто нас там ждет? Кто там будет сейчас попадать? Кого будем дубасить? На, вперед. Минус 7320, ребята. Мне кажется, это какие-то рекорды сегодня. Минус 7320, вы видели? Реально такая... Здоровая цифра.
Мне кажется, не каждый раз такой урон проходит. Очень редко. Минус 7320. Не финтышь себе. Это реально дофигища, правда? Так, победа. У нас победа. А я смотрю следующий состав. Рушаталья. В общем, твой составчик сейчас будет. Все черепашки из фильма и Лео мульт. Окей. Пойдемте на Хана. Все черепашки из фильма и Лео мульт. Так, вот Раф у нас тут есть. Лео мульт есть. Раф из фильма, в смысле, я имею в виду. Так, Лео. Что там, Донни и Майки остался. Майки фильм. Сейчас. Есть, отлично, погнали. Так, Рушаталья, это твой состав. Ага, это у нас где крысы с молями. Я не знаю, жалко, что нету массовой. Сейчас бы мы их быстренько обезвредили. Но пока мне придется работать так. Биться. Так. Давайте теперь вот с этой расправимся. И осталась одна денешенька. Ей хана. Нет, не хана. Что-то Раф ее, блин, слабенько приутюжил. Так, у нас тут белконоиды. Давайте в белконоиды зарядим огненным мечом. Посмотрим, что с ним будет. Гляньте, он выжил. Он еще и выжил против этой атаки, представляете? Хотя у него левел 46 всего лишь. Гляньте, никто не выживает, а белконоиды что, выживут? Нет, не выжил. Я уж думал, они какие-то особенные, что ли. Интересно. Так, давайте массовую. Вот, наконец-таки массовая. Массовый от Леон Крип. Я, в принципе, ожидал, что он выживет. Все-таки как-никак босс какой-то, да? Ну, типа босса. Так что у него здоровья, мне кажется, побольше, чем у остальных, правильно? Так, Миша Клеков написал, поставь мой состав. А почему же ты, Миша Клеков, не написал свой состав? А, нет, написал, чуть ниже. Через один комментарий. Окей, Миша Клеков, ставлю твой составчик, который, кстати, будет, ребятки, наверное, последним в этом видосике. Так, Миша Клеков, в общем, твой состав. Все черепашки ниндзя из комикса, и Шреддер, и Сплинтер. Окей. Все черепашки ниндзя из комикса, я так понял, это все черно-белые черепашки. И Шреддер, и Сплинтер. Будет сделано. Миша Клеков. Так. Что там, Майки у нас есть, да? Кто остался? Донни. Раф. Подождите, а Лео? Миша Клеков. Не влазит одна черепаха. Ну как же так? Давайте, короче, Шреддера уберем, оставим Сплинтера и всех черепашек. Я думаю, Миша Клеков так не обидится. Что-то он, видать, не посчитал немножко, не подрасчитал, слишком много бойцов написал. Всего 5 бойцов, ребятки, в команду берется, не 6. Не забывайте об этом. И не забывайте подписаться на канал. И, конечно же, поставить лайк. Массовая. Хороша атака. Так, ну чего тут? Будем такой атакой. Бамс! Нормалек. Черно-белые черепашки тоже, блин, хороши, действительно. Хороши от души. От души, братишка. Получай подмышку. Так. Третья волна, ребятушки. Ух ты, Бакстер Стокман тут. И его вот эти вот бложки. Так, чего у нас? Оскорбление. Оскорбили мы, в общем. Маусер со Стокманом. Какой же мерзкий этот Стокман, да, ребятки? В мультике я его смотрел, такой он, не гуд совсем. Так, вот он остался один из денежных, что-то пытается сопротивляться, но у него ничего не выйдет. Конечно, он еще живой останется, а теперь все. Все, ребята, мы победили. В общем так, ребятки, будем на этом с вами прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и, конечно же, вступайте в группу ВК и добавляйтесь в друзья. А с вами был Вовкин. Пока-пока.